три, два, одна. Всем привет. Это Влад. И мы начинаем 2018 год. Поехали. Так, ладно, последние 6 дней в моей голове коллапс происходит. Вы только посмотрите, вот эти вот цели, всякие штуки, которые я прописал. Что мне теперь с ними делать? Ну, как бы я их себе поставил, я-то красавчик. Мне-то их все и нужно выполнять. Ой, друзья, что сейчас будет происходить? Кстати, видите, да? Это призы. У меня 16 января день рождения. А вот тут вот маленькая частичка всех призов, которые мы разыгрываем. Если вы смотрели видео про цели, где я рассказываю вот про этот альбом из ежиков, и там же мы разыгрываем очень крутые подарки. Скоро у меня их отсюда заберут и отправят сразу вам все условия в этом же самом видео. Поэтому переходите, обязательно смотрите. А я сегодня начинаю новую 30-дневку. Последние 6 дней, знаете, чем я занимался? Я думал, как мне составить план. План действий. Планировщики. Why so serious? Короче, я составлял себе план. Я начитался всего Пола Уэйда с его тренировочной зоны. Добавил туда мои любимые 30-дневки. Мой собственный опыт. Чуваков крутых. Андре Ла Роса. Фрэнк Медрана. Вообще мой кумир. Андрей Кобелев. Русский Бэтмен. Знаете такого? Немножко Игоря Войтенко. Красавец. Игорь, привет тебе большой. Еще куча видосов из Ютуба. И много статей по интернету. И у меня получился мой собственный план. С какой-то никакой программой. Пока вам в нее вникать не надо. И, ребят, как вы поняли из названия видео, 30 дней у меня будет пресс. Он будет через день. Мне нужно очень много чего успеть. Поэтому у меня будет день пресса, день отжиманий. День пресса, день подтягиваний. Пресс, отжимания, пресс, подтягивания, пресс, отжимания. Я вот так вот буду все чередовать. Потому что нужно и там, и там, и там, и там прокачиваться. Еще каждый день я хочу бомбить горизонт. Я надеюсь, что я не умру. Ну так вот. Пресс. Хоть я и дрыщ, да, но он у меня как бы какой-то никакой есть. Я не понимаю, возможно ли его вообще улучшить или невозможно, получится у меня что-то с ним сделать или нет. И поэтому я решил пожестить. У меня будет 1000 упражнений. 1000. Вот это вот все я сюда совместил, чтобы что-то получилось в итоге. Будут и простые, и сложные, и легкие, и статика, и динамика. Короче, все тут будет. И я не верю, но я хочу сам себе доказать то, что за 30 дней с моим телосложением может получиться очень крутая штука. Короче... Тест сейчас проведем. Удержание уголка в висе. Уголок просто по 108 секунд. Друзья, я, конечно, переборщил с целью. Я понимаю, что это, ну, пипец как нереально. Но попробуем хотя бы приблизиться. Посмотрим, что получится. И мы начинаем. Мы начинаем. Да, Влад, начинаем, конечно. Красавец ты моя. Раз, два, три. Опа. Блин, ноги начинают сводить. Нам нужно еще плюс минуту с гулькой. То есть это еще столько же. Так, мне кажется, эта тема не будет слишком сильно отличаться от предыдущей. Передохнули? Ну ничего, стартанем чуть позже. Ну опять что-то около 40, да? О, ноги сжечь вот тут вот спереди. Не только пресс качается. Это квадрицепс? Да. Приятно познакомиться. Все, проверим через месяц, что у нас получится. Сейчас Даша сделает сок, а мы начнем качать пресс. Будешь со мной качать пресс? Олень, ты согласен? Олень согласен. Собака панда и олень на-на-на-на-на-на. Та-дам! Так вот и живем. Один только сок пьем. Даже траву не дает. Все, что мы сейчас будем делать, я потом напишу в описании. Начнем сейчас с Пола Уэйда, самого первого уровня. Делаем по 25 раз, два подхода. Вес на руках, подъем ног. Так, ну пока терпимо. Коленки вверх поднимаешь. Отлично. У меня вот тут боли руки. Поработа потихонечку. Подъем тела кверх ногами и параллельно вакуум. Вакуум. Ни разу в жизни не делал вакуум. Да. Не пошло. Как твои ощущения? Какой-то страшненький без живота. Выдыхаешь и потом... Не поняла. Такая херня какая-то. Ну ничего, вакуум. Голова от него начинает немного кружиться.
Ого, тяжелая штука. Опа. О, не работает. А, это вещами работает. О, хорошо, нормально. Мисс 12 кубиков. У меня уже руки не держатся на этом турнике. Вот это такая тяжелая штука. Нифига не получается кверху поднять свое тело. Че, а? Поехали дальше. Лежа, подъем ног. 25 плюс 25. Нужно стараться вот так делать. Так, 25 раз. 25! О, так, у меня что-то пресс начинает не шевелиться. Он завтра будет отвалил? А вот эти вот части ног, да, отвалил? Так, дальше у нас маятник. Дашка, давай план. Раз, два, встали. Отлично, уже 2 секунды. 4 секунды. Ты куда поехал? Не могу. Почему? Короче, друзья, у меня еще одна цель на этот год. 1 миллион подписчиков. 1 миллион. Друзья, нас сейчас чуть больше 200. И единственное, как мы можем набрать себе подписчиков, это если вы расскажете про то, что есть такой канал под названием Владив. Есть такой Влад. И есть такие вы, которые занимаетесь вместе со мной. И это вообще очень круто. Нам нужно за этот год сделать 1 миллион. Я сейчас упаду. Нет, держись, 1 миллион. Ради 1 миллиона. Я не меркантильная. Планочка 2 минуты и нормально. 1 миллион подписчиков. Всего ничего. Держи меня. Давай, упирайся. Давай, осталось ровно 22 секунды. И 15. 4. 3. 2. Ладно. Так, после планки у нас идет скалолаз. Ну давай пробовать скалолаза. Ой, блин. О, прикольно, еще для горизонта она делает. О, вот сейчас самое интересное. Дашка, это, наверное, не для тебя. На одной руке висеть и поднимать коленки. А я попробую. О, как раз на тренировку виса на одной руке. Ну и заодно еще пресс вот таким образом. В целом нету такой усталости, что аж прям умираешь такой. Нет, ну просто пресс загибается немножко. То, что сейчас я делаю, я все напишу в описании к этому видео. Поэтому, кому интересно повторить. А я думаю, вам интересно повторить. И вы даже можете начать повторять. Потому что я сейчас начинаю месячный вызов по прессу. Вы можете начать его со мной. Как раз после новогоднего объедалова мы тоже с Дашкой объелись. И вот сейчас самое время покачать пресс. Поэтому, опа, левая рука. О! Это с легком было. Теперь нужно немножко пресс повытягивать. И вот так вот. Сейчас будем руки-ноги поднимать. На самом деле хорошо то, что я сейчас показал то, что я делаю. Потому что, как есть, я не до конца понимаю, что я конкретно делаю. Короче, ребят, если вы мне посоветуете, как правильно мне сейчас, возможно, перевыстроить эту штуку. Или продолжить так, посмотреть, что получится. И напишите в комментариях, что вы думаете по поводу пресса, по поводу того, как его качать. Мне сейчас главное, чтобы было через день. День качаю, день не качаю. И главное, чтобы был вис, потому что мне его тренировать. Вис, уголок, вот эти всякие штуки. Делаем дальше. Все, финишная прямая. Сейчас будем делать маятник. Опа. Ай, отдыхаем. Упражнение солнышко. Полусолнышко. Так, следующее. Дальше халява. 100 раз скалолаз. Будешь просто так, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Все, еще чуть-чуть. Вон, ножницы на попке. 25. Ноги никакущие уже. Пресс, блин. Думал качать, ноги болят. Давай. Ну, конечно, сейчас я ни хрена не смогу поднять эти ноги. О, раз, два, три, четыре. Это от духа. Так, ножницы в уголке. Давай, пробовать.
Это уже халява полная пошла. Добьем. Посмотрим, что получится. Я не могу даже повиснуть. Раз. 15. Вот так, велосипед. И ножницы, у меня ноги уже вперед не вытаскиваются. И вис в уголке. 5 раз по 20 счетов. Ну давай, пробуем. Давай, все, последняя, финишная прямая. Раз, два, 20. Ах. Только попробуй через месяц не сделай 108 секунд. Пресс не меняется за один день. Раз, два, 17, 15, 20. Выпрямить ноги вообще не получается. Хорошо, что я еще планку делал в предыдущий месяц. 15, 15, 15, 20. Последний раз. 50 раз подъем пресса и спины на брусьях. Последняя штука, которую я опять сделаю криво. Но я сделаю, и будет 1000. 1000 кривых упражнений от Влада. Дрыщавых упражнений. Я не знаю, захотите вы это пробовать или нет, но как минимум это весело. И как минимум вы можете придумать что-нибудь такое же веселое для себя. Не знаю, почему я себе установил 1000. Возможно, я спущу до 500, но чтобы были более качественные подходы. Потому что сейчас это уже порнуха получается. Но доделаем, раз уж решился. 5. Все, я сделал 1000 упражнений. Но ты знаешь, мне понравилось. Сейчас пока пресс не очень болит, он просто уже отказывается что-либо делать. О, еще сок остался. Даже больше сок. Поэтому, ребят, я балбес. Полный балбес в спорте. Но как минимум мне это нравится. Что я делаю и на своем опыте нахожу какие-то такие разные штуки. Поэтому я не пишу никакие программы. Мне столько людей уже пишут, говорит, Влад, напиши программу. Моя программа самая крутая, это 500 отжиманий в день. Вот сейчас 1000 дерганий пресса в день. Но если вы мне напишите в комментариях, как улучшить, как сделать ее более правильной, чтобы я не умер завтра, например, если у меня пресс не будет работать, ну это все. Все мои планы на смарку сейчас пойдут, потому что у меня завтра подтягивание, отжимания, там вот это вот все делать. Еще сейчас горизонт. Друзья, такой вот я спортсмен. Никакой. Но вы знаете, результаты есть. И мне это нравится. Поэтому можете меня ругать, можете меня хвалить. Какой я молодец или какой я плохой. Я вот такой. Я экспериментирую и пробую. И смотрим, что из этого получится. У меня цель просто есть. 23 элемента к концу года. Нужно их как-то сделать. Поэтому, ребят, у нас есть с вами супер цель. Это 1 миллион подписчиков. 1 миллион подписчиков к концу этого года нужно сделать. Поэтому я вам буду благодарен, если вы расскажете друзьям о том, что есть такой я, о том, что вы со мной вместе занимаетесь и пытаетесь как-то развиваться. И еще больше людей сюда привлечь, чтобы они тоже вместе с нами развивались и как-то занимались, и это будет круто. И, друзья, если у вас каких-то прибамбасов нету, там вот, как я висю кверх ногами, то просто меняйте на какие-то другие упражнения. И тоже попробуйте поставить себе число, там, 1000 или 500. Просто от числа отталкиваясь уже, что конкретно делать, как это делать, в какой последовательности, по сколько раз, по сколько подходов. И тогда что-то у вас получится. Вот она и вся программа. Сегодня был только первый день. А он, как всегда, полон ошибок. Поэтому где-то через 35-6 дней, там еще монтаж будет, мы с вами встретимся. И вы узнаете, что у меня получилось. Я вас люблю, обнимаю. Пока-пока, это был Влад. И пресс. О! Что-то он пропал, наоборот, у меня, да? Вообще не могу встать. Лег. Это реально очень кайфовое чувство, когда ты можешь написать, что ты что-то сделал. Вот ради вот этого я готов заниматься. То, что я это сделал, я молодец, я красавец. Подтягивания сегодня не было. Кстати, да, горизонтик я сделал. На супер лайт. Очень лайтовая версия.